Стрелку из 76-го квартала грозит реальный тюремный срок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Напомним, вчера 58-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, обстрелял припаркованные к дому машины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. У подозреваемого полицейские изъяли зарегистрированное охотничье ружье марки ТОС, которое в настоящее время приобщено к материалам уголовного дела. Известно, что причиной инцидента стал мелкий конфликт, который возник между подозреваемым и его соседом. Нарушитель спокойствия помещен в спецприемник.